В общем, вчера я пытался закачивать перлит, ну, кое-что закачал, вот посредством этого шланга синего, туда в щель между кирпичами, и произошло ЧП, бочка шарахнула, грубо говоря, взорвалась, то есть шланг где-то забился, вот этот синий, или там утопился в перлите, то есть получилась пробка. Давление здесь накачивалось. У меня на компрессоре там 6 атмосфер стоит по редуктору. Короче, прямо здесь стоял, шатал. И как она шарахнула. Такой взрыв, хлопок был конкретный. Крышку выгнула в бараний рог. Это я сейчас ее отрихтовал еще. Вот она подлетела. В потолок шарахнула тоже. Вот отпечаток остался на штукатурке. Довольно-таки глубокий. Сантиметр. Короче, на сегодня работы пока приостановлены. Бочку тоже повело, она не валяшка. Раздула бочку. Я думаю, то ли новую купить, то ли крышку купить отдельно, если будет. Сейчас поеду, посмотрю, а то она плотно не садится. Так что нельзя такое давление давать, или контролировать надо, следить и так далее. Надо, я думаю, давление поставить поменьше, атмосфера 3 поставлю, посмотрю, как будет проходить процесс. Вот поеду, наверное, за крышкой, буду лечить бочку. А в продаже таких бочек что-то я не нашел, какой-то дефицит. Обещали там через 2 недели. Вот такие дела.